Друзья, разберем сегодня фоновый узор спицами с благородным рельефом. Обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал по ссылке в закрепленном комментарии к видео, а также ищите мои ролики в интернете под логотипом Маши. Переходим. Друзья, у нас начало. Первый ряд раппорта, кромочная петля, 1 лицевая и 2 изнаночные. 1 лицевая, 2 изнаночные петли. Второй ряд раппорта, кромочная, лицевая. Лицевая в петлю предыдущего ряда и изнаночная. Третий ряд раппорта, кромочная. Далее я завожу спицу за первую петлю по ходу вязания, вытягиваю нить и провязываю 2 петли вместе, лицевой за задние стенки, а затем изнаночная петля. И четвертый ряд раппорта, он будет заключительный. Все петли я полностью провязываю изнаночными. Все, друзья, на этом мастер-класс я завершаю. Обязательно сохраняйте ролик в своей копилке. От вас лайки, позитивные комментарии. Я всем желаю отличного настроения. Скоро увидимся. Всем пока!